Всем привет! Ля-ля-ля. Я вроде переставила, ну, у меня было зеркальное отображение картинки. И я переставила нормально. Сейчас буду есть, потому что я такая голодная. Короче, я пришла, помылась. И теперь можно отдыхать. Палец, видите, как заживает. На ночь еще ему поставлю компресс. Целый день был на пальчнике. Ну, конечно ж, на пальчник так растянулся, ну, типа перчатка. Но все равно лучше, чем без, потому что без разъедает полностью. Ладно, а то слюной схожу, поэтому поем, потом еще что-то поговорю вам. Поговорю. Все, я уже наелась. Пальцы перебинтовала. Один и второй. Ну, потому что там такие ранки заживающие. После порезов. В общем, сейчас такая уставшая. Уже 9 часов. Время вообще не ждет. Я сегодня работала 12 часов. С 8 до 8. Короче, ну так, утомительно, конечно. Сделала себе чай. Смотрю Take a Shelter. Фру-фру. Там одну собаку. Фру-фру. И думаю вот так вот. Живет себе человек спокойно. Своих собак кормит, находит. Тут найдется какая-нибудь Марина. Возьмет, короче, влюбится, приедет, схватит его, напугает. А нечего быть таким хорошим. Потому что хорошие всегда нравятся. Просто... Когда видишь доброту такую, ну, и к собакам ласку, то хочется самой стать той собакой, короче, бегать, вот фру-фру. И каждую погладит, почухает. И просто так думаешь, да я бы тоже там прыгала, скакала. Ну, только что у них их там дохренища этих собак. На всех, короче, хватает только пару раз трепанию по голове. И они уже там довольны. Знаете, чем нравится, ну, нравится этот приют? Тем, что там все собаки свободные, они живут группами. Они как, ну, в природе сбиваются в группы. Бывает, что какую-то собаку не принимают. Он ее забирает там, ну, скорее всего, отдает где-то на усыновление. Ну, типа, на... Ну, короче, вы поняли. И много людей усыновляют там с богатых стран. Очень много с Германии. С Германии, потом еще откуда-то. Как вот называется? Свитерленд, чи что-то такое, короче. Видите, теперь снимает правильно, и хоть нормальный у меня вид. А то глаза как-то, блин, в другую сторону. Я вообще офигевала от видео каких. Не могла, главное, настроить раньше. А сегодня просто что-то раздуплилось. Думаю, блин, настройки. А ну-ка, потом убрать зеркальное это, зеркальную съемку. А теперь уже нормально стало. Зеркало там, где оно есть. И дверь там, где она есть, а то запутаться можно. А знаете еще, ну, мне там комментарий был один, я его удалила, типа, у Тейкеса Шелтер, мол, дофига денег, зачем ты хочешь помочь, хотя еще никому ничего не помогла, нечем. Помогай украинским приютам. А я украинским, во-первых, не вижу, не знаю. Во-вторых, я не верю. Я думаю, там крадут себе в карманы. Поэтому
И вообще, я свободный человек. Как это? Кому хочу, тому и помогаю. Тем более, еще не помогаю. Кому хочу, тому и не помогаю. Кем хочу, тем и восхищаюсь. Посмотришь на наши приюты, эти собаки в клетках сидят. Ну, не верю я, что они... Мне не верится, что они из добрых побуждений. Мне кажется, что по большому счету там все приюты в основном баблишка гребут, а животные так. Может и есть хорошие и приличные, которые действительно к животным очень хорошо относятся, но я думаю, большинство, если даже детские интернаты, это метод наживки, а что говорить о собаках и котах. А сколько всяких случаев читаешь, так что типа беру приют, типа набирает собака, она специально их калечит, чтобы помогали ей. Короче, это страшно, конечно. Это психически больные люди. Душевно больные. Потому что... Поэтому тут видно, почему в нем, ну, типа, много денег. Какое у него много денег? 400 собак попробуй накормить. И сделать им условия для того, чтобы они свободно жили. И тут я верю, что он действительно, видно, что человек действительно любит этих животных. А там, кто знает, те собаки мученически сидят всю жизнь в клетках, выгуляет их кто вообще когда-нибудь или нет, даже не в вольерах, а в клетках сидят. Как в зоопарке, только зрителей нету. Короче, на мой взгляд, лучше вообще усыпили бы, чтобы не мучать животных бедных. Я не говорю о всех приютах, я говорю о тех, которые так делают. А таких я уверена много. Потому что я знаю, что интернаты детские это места отмывки денег. И не все тоже. А что говорить о животных? Они вообще ничего не скажут. Никогда. Не смогут. Так что помогать надо, кому доверяешь. Кому действительно надо, а не просто так. Что типа кто-то хочет очень заработать. Сейчас развелось всяких мошенников и будут говорить все, что угодно, лишь бы им только дали. Очень много просто мошенников, шаровиков, которые хотят шары. Но нельзя помогать всем. Иначе, ну, свои же деньги теряешь, свою энергию денежную. Если ну, действительно человек нуждается, ему помочь, то мне кажется, что ну, это нормально. А если ты поможешь тому, кто тебя обманывает, то можешь просто себе вредить. Ну, короче, то такое. Ну, не знаю, что еще сказать. Устала. Было очень много, короче, работы. Ну, это хорошо, потому что это держит тонусе организма, как я и предполагала. Работы должно быть в меру, именно физической. Ну, для меня. Я за всех не говорю. Тогда мой организм держится в тонусе. Но нельзя, я уже поняла, мне нельзя много, чтобы очень. Мне надо вот так вот, как я сейчас. Два дня тяжко, 2 дня класс, релакс. Тогда будет, конечно, и тело я чувствую по себе. Кстати, я перестала есть копчености
и что-то еще, майонезы. И я чувствую, что у меня, ну так с весом. Ну, то есть я не худею, ну и не толстею, то есть на месте. Если есть копченое, я раньше вот это любила с курицы копченые вот эти уда. Сейчас перестала и вообще классно. Так что ешьте уда или не ешьте. Надо делать то, что вы хотите. Вот. Видите, вымывается. У меня же корни тоже такой краской окрашены, что смывается. Ну, они же там уже отрастают. Но это светлый будет. Вымоется вот эта розовизна. Но все равно так даже классно. На камеру смотрю, так хорошо. Интересно смотрится. Ну, лучше, чем черный, коричневый. Хотя многим нравится темный. Говорят мне, что лучше было тогда, типа ярче. А мне так нравится. Это такое желтое средство, вот то, которое я приложу. Но уже палец не дергает. Он бы и зажил уже, но я ее целый день мочила. Мочила, мочила. Будет светленький, такой у меня будет волос. А то все мужики любят блондинок. И все, короче, бабы красятся в блондинок. Ну, я не исключение. Я как все. Слушала недавно, не помню, Зеланд, Ошо. Там три буквы. О, Ш, О, Ошо. Ашо. А что такое? Ну, короче, это я прикалываюсь. Блин, забыла, к чему говорила. А, вспомнила. Соседи думают, с кем она говорит. Кстати, вот можно посмотреть прекрасный вид сзади. Короче, и он говорит, что если вы знакомитесь с человеком, вам он не нравится, то вы пока еще с человеком с тем не встретились. Вы встретились только с самим собой. Вам не нравится, потому что у вас какие-то ваши, короче, взгляды не совпадают с тем, что вы встретились. Но вы еще не узнали человека. Так многие выходят замуж, женятся. Ну, то есть чувствуют там что-то, а потом оказывается, что что-то не сходится, то, ну, что-то не устраивает. Человек делает не так, как вы хотите. И тогда начинают разводиться, типа. Потому что еще с человеком познакомились, но встретиться еще не встретились. Действительно, мне так, я слушаю и думаю, да, блин, офигеть, это ж все, блин, так, как и есть. А еще, что жить настоящим надо, что мы все это знаем, и нам скажи, что надо жить настоящим, все да, скажут. Но мы не живем настоящим, мы уплываем, забываем. Это означает, что вот я сейчас сижу, и я должна, ну, человек рожден, чтобы наслаждаться жизнью. Он не рожден для страданий. Страдания это от социума. Вот я сейчас сижу в данный момент, вот я на стуле сама вечер, и я должна наслаждаться каждой минутой, что я в принципе делаю. Я наслаждаюсь тем, что у меня такая приятная усталость. Мне всегда приятная усталость, кстати. Даже когда вымотаюсь, как не знаю кто. Я все равно мне ощущаю приятную усталость в мышцах. Знаете почему? Потому что я знаю, что это очень классно, что все мои мышцы промучились, пронапрягались, проработались, они не заряжались, они не засиделись. И кровь потом приливает. Я, допустим, потянусь там, разомну их, и кровь во все участки тела
приливает. Я вот в данный момент тоже вот пью чай с ромашкой, с лимоном. И наслаждаюсь им. И говорю на камеру. И наслаждаюсь разговором с 1000 человеками. Может и больше. И я реально кайфую от жизни. Вот так вот надо жить сейчас. Например, как это жить не сейчас? Это, например, я все время откладываю, хочу завести кота или собаку, но все время откладываю, думаю, не, у меня сейчас пока не могу, потому что, ну, нет у меня своего жилья, также и там ребенка родить, ну, не, ну, это, конечно, серьезный шаг. Кота и собаку еще можно кому-то отдать, продать, если, ну, быть сволочью, конечно. Но ребенка уже нет, поэтому это, конечно, сложнее. Я все время вот так вот откладываю, думаю, нет, потом, когда-нибудь, может быть. Но сейчас все меньше и меньше мне появляется мысль, что потом, когда-нибудь это будет. Но это пример. Либо там поехать на море, вот, допустим, человек может думать, вот отдам все долги, тогда только поеду. Но так не пойдет, потому что вы не знаете, что потом будет. И жить тем, что ждать потом, не получится. Допустим, вот будет Новый год, и, например, я могу думать, ну, у меня там долги, все равно я не могу никуда. Но если я так буду думать, то никогда не, никуда не поеду. Или там, допустим, как мама говорит, не надо мне давать деньги, потому что у тебя же долги, ты отдай долги, а потом... А потом мама может не стать, ее может... Все, ей уже не надо деньги. То есть надо сейчас уже. Я уже стараюсь не спать наяву. Я стараюсь, короче, жить сейчас. В данную секунду. Жить сейчас – это не завтра. Это в данную секунду. У меня так рука чешется правая. Сейчас почешу. Об красное, об оранжевое, об стол. Вот так вот. Ладошка. Здороваться буду. Примета такая. Блин, как же классно, когда камера снимает, не зеркалит. Потому что зеркальная это вообще. Короче, надо жить каждую секунду. Каждую секунду, каждую секунду. Каждую секунду наслаждаться. Если нету повода для наслаждения, значит, надо сделать, чтобы был повод. Иначе никак. Потому что многие, ну и я в том числе, вот мы, допустим, я там жду какого-то невиданного мужика, короче. А надо жить сейчас. Вот кто-то там что-то предлагает, надо, короче, соглашаться. Но тоже не бросаться в крайности, если совсем не нравится. И... Ну, мне, если честно, пока еще... Ну, нравится не пару там человек, пару-тройку, но как-то те, кто нравится, те ничего не предлагают, потому что, может, поэтому они и нравятся, потому что они не наседают, не давят, не пытаются подмять, и поэтому они нравятся. Как бы они начали вести себя по-другому, может, они бы не нравились. Поэтому, ну, раз так, то все равно надо каждую секунду чувствовать, что ты сейчас живешь, не завтра, не послезавтра, сейчас, в данную минуту, что тебя может порадовать. И то, и мысли обязательно контролировать мысли. Кстати, я уже, ну вот сколько, я не помню даже сколько, я все время контролирую мысли, никакую плохую не пускаю, но иногда они пролетают, конечно, иногда и реву, но то что-то такое из ряда вон.
И каждую секунду надо контролировать себя и мысли. Все, короче, пошла спать. Пока. Пишите, что вы думаете по этому поводу. А что вы думаете по этому поводу? Как вот многие блогеры. Расскажите, как у вас там это? Мне очень интересно. Сам не читают. Я читаю. Всегда проверяю по 100 раз на дню комментарии. Хоть и не принимаю никакую критику и что-либо такое. Ну, но все равно я... Даже если что-то плохое... Хотя, если сильно плохое, я даже не читаю. Ой, когда я вижу, что вот прям конкретно, блин, начинает сразу, сходу. А так я все читаю с удовольствием, жду комментарии. Всегда смотрю, сколько лайков, сколько дизлайков. Мне всегда это интересно. Каждое видео я это делаю. Всегда по 100 раз, целый вечер могу и ночью проснуться, посмотреть. Никто мне там не написал. Посмотрю, сколько лайков, дизлайков. Думаю, ну, у меня почти всегда стабильно все. Поэтому я их закрыла, потому что так честнее будет. Так люди ставят то, что действительно думают. Или хотят ставить. По сути, это и не важно. Это, короче, вообще не важно. Может, для Ютуба важно, а для меня вообще. Не, конечно, идеально было бы, если было все лайки только. Ну, такого не бывает. Даже на мультиках стоят дизлайки. Так что там говорить за меня? Я же не мультик. Даже там, где малыш приятный, прекрасный, розовенький, там стоят дизлайки. Где истории жалостливые, там ставят дизлайки, короче, все равно. Обзывают даже инвалидов глубоких, так что это все чушь, вообще не замечаю. Горохом об стенку. Кстати, у меня сегодня проснулась, а у меня такие усы повылазили, там 2 штуки, там 3 штуки, такие длинненькие. О, офигеть, взяла пинцет, там выщипала. Нормально. А так, маленькая щетиночка. И все. Ну, нет уже. Как было поначалу. Помните? Усатый нянь. Ну, что сделаешь? Много тестостерона. Или что-то там еще. Все, пока.